Здравствуйте, я Тихон Чинаев, и я очень люблю играть в шахматы. Я начал заниматься в 3,5 года. В 5 лет я стал рекордсменом Украины, выполнив норму первого взрослого разряда. В 7 лет я стал 2-кратным чемпионом Украины по рапиду и блицу до 8 и 10 лет. Также в 7 лет и 10 месяцев я стал самым юным кандидатом в мастера спорта Украины. А в 8 лет на чемпионате мира в Минске я стал 2-кратным чемпионом мира по рапиду и блицу в старшей возрастной категории до 10 лет. В 9 лет я получил свой первый официальный титул ФИДЕ «Арена Грандмастер». Также с 7 лет я являюсь самым юным стримером в мире. Я каждый день играю в шахматы в прямом эфире и веду свои трансляции на английском языке на своих каналах YouTube и Twitch с пометкой Ukraine Live. Благодаря моему увлечению у меня появилось много друзей по всему миру. Моя мечта – стать самым юным гроссмейстером в мире, чемпионом мира по классике, а также шахматным тренером. Я очень рад и горжусь тем, что у меня есть такая возможность развиваться и ежедневно прославлять Украину во всем мире. Всем спасибо за внимание!